На льду Дмитрий Алиев. И снова держим кулачки. Все вместе. Напомню, что это его первый сезон на таком уровне. Дебютировал он на российском этапе. Вторым он, кстати, стал на последнем чемпионате мира среди юниоров после Винсента Джоу, американца. Мы его могли видеть на прошлом этапе. Удачи Дмитрию! Обидно за такой прокат. Если честно, по сравнению с Капо Фраше, видно, что и более зажато катался, и более тяжело. Я не знаю, может быть, это так перелет сказался, и может еще что-нибудь. Четверной лут был без шансов на успех абсолютно. Можно было это понять сразу. Еще по отталкиванию даже. На тройном акселе тоже ошибка. Единственное, хорошо было 4-2, но все-таки можно было там и за 4-3 побороться. Заявлено-то было 4-3, да? Да, был 4-3 в заявке. Однако поругать мы всегда успеем, но не могу не похвалить снова. Пытался и вальсировать, и отыгрывать образ, несмотря на то, что ему было тяжеловато, это было видно. Вот первое движение было из фильма «Криминальное вот чтиво». Вот здесь вообще просто, ну, не дошел все в себя и на передний ход, на полный ботинок. То есть просто неуверенно вошел, да? Да, надо было там больше темпа, больше колена, всего больше. И побоялся делать 4-3. Да, здесь вот, ну, спокойно можно было. Но Дима это умеет закрытыми глазами делать. И 4-3-3-3 он делает, он все делает. Но вот в таких вот именно моментах лучше, конечно, это, за это бороться. Ай, и здесь тоже
и вывел из степа, вот, и вообще... Победитель прошлогоднего... Почти зашел во вращение, можно сказать. Финала юниорского гран-при обогнал он Самарина. Вот Самарин, конечно... Да, Дима на финале там был очень хорош. Да, но сейчас на взрослом уровне Самарин, конечно, бьется до конца. Вот это качество, к которому нужно Дмитрию стремиться. Да, у нас мальчики почему-то всегда отличались тем, что они у нас... Побаиваются. Сегодня сделаю, не сделаю, ну, такие вот. Но все-таки мы будем в них верить до последнего. The score, please. Дима потрясающий катальщик, мне очень нравится его манера катания, манера жеста и вообще всего, и линии хорошие, и ноги всегда дотянуты. Ну, то есть смотреть всегда приятно, особенно когда он это совмещает с чистыми прыжками, ну, вот, сплошное заглядение. 77,51, не самые высокие баллы, но как-то исправить положение можно после произвольной программы. Можно завтра, да, поэтому завтра будет.